И учила какую-то ВДР H265 и мягкую резкость. Но при лампе дневного света. Телефон видит эту красную кнопочку. Вообще надо бы картошку достать с этой, с кастрюли. И как его там. И похавать уже своять себе. Ой. Я как с выдр приехала, пришла домой, все вещи закинула, потом заехала, ну, берег взяла, вместо того, чтобы сразу стоило поставить, доехала. Налички на карту закинула, потом пошла уже, поехала, велик поставила. И как приехала совсем окончательно, разобрала тут более-менее частично что-то, творог раскидала по пакетикам и часть в морозилку. Уселась какую-то мангу читать вебку в 15 глав. Слегка странную. Ах, больше я не поднималась практически. Там, кстати, эти личинки орут. Ой, да, я забыла. Обезьянки, гномики. Короче, маленькие человечки орут. Не знаю, слышно будет или не слышно вот на этот микро. На микрофончик ее. И да, она когда пишет, она синеньким горит. Не получится замаскироваться, что ты там ходишь. Че у тебя тут, блин, такое горит, да? Какой-то чувак говорил, что он на нее типа это заклеивал ее ей, ну, изолентой, что ли, эту самую штучку. Где-то у меня тут лотучек был. Отрубаемся.